Вину признаете? Я признаю свою вину, Ваша честь. Полностью признаете? Полностью признаю. Такой роли Николай Калида даже врагу не пожелает. Известному режиссеру грозит лишение свободы. В основе сюжета его личной драмы – авария, случившаяся год назад на Сибирском тракте. Драматург спровоцировал дорожное происшествие, в котором пострадал пассажир второго автомобиля. Машину так разворачиваю, бабах, я улетаю в кювет, все стекла разбиваются, я ничего понять не могу. Я вылезаю через стекло пассажира и бегу к этой машине и кричу: «Все живы, все живы, все живы». В этой аварии серьезно пострадал москвич Кирилл Генералов. Он перенес несколько операций на позвоночнике, из-за чего, утверждает, лишился работы. Лечение и упущенную выгоду Кирилл оценил в 1 миллион рублей. Их-то он и пытается взыскать через суд вкупе с извинениями. Второе получает незамедлительно. Я хотел бы, Ваша честь, в присутствии уважаемого суда, попросить прощения у Кирилла Александровича за причиненный моральный вред. Однако пострадавший вслед за Станиславским повторяет: «Не верю». Мол, извиняется опытный драматург неискренне. Доказательство раскаяния проще измерить в денежном эквиваленте. Каким образом тогда Калида может загладить вам вред? То не надо. Только деньгами? Угомтарить иск. Только денежные средства извинения вам не нужны. И это расстраивает режиссера больше всего. По словам Калиды, он не спал всю ночь, ожидая приговора. Поддержать наставника в суд пришли два десятка актеров, для которых театр без его основателя немыслим. Без него? Да ну что вы. И ведь это же смешно. Это театр Калиды, это авторский театр. Я даже не могу сейчас предполагать подобные вещи. Мнения коллег по цеху и заслуги режиссера на культурном поприще тоже были приобщены к материалам дела. Учитывая репутацию Калиды и то, что он полностью признал вину, суд решил не лишать его свободы, а лишь ограничить. Суд приговорил Калиду Николая Владимировича признать виновным в совершении преступления пересмотром частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, взыскать с Калиды Николая Владимировича в пользу Генералова Кирилла Александровича в счет компенсации морального вреда 200 тысяч рублей. Как заверил адвокат, на гастрольном графике театра это решение не должно отразиться. Выезжать из города Калиде можно с разрешения правоохранителей. Такой финал драматурга устроил. Спасибо всем за участие, спасибо артистам за то, что пришли, поддержали. Идите на репетицию, Сысоев. Идите репетировать. Я ограничен в свободе, так что смотрите. Однако опускать занавес еще рано. Постановка рискует быть с продолжением. Пострадавший собирается оспорить решение суда. Вы сейчас можете назвать сумму гражданского иска, который будете подавать? Она не изменится так же, как в иске, там 900 тысяч. Однако это будет уже новое разбирательство. Иск будет рассматривать гражданский суд. Как говорится, продолжение следует. Дмитрий Изгагин и Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.